перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет, дорогие друзья, всем привет, я приветствую каждого, я даю заряд энергии каждому, заряд энергии, заряд бодрости, заряд радости, заряд счастья, заряд улыбки. Я снимаю со своей улыбчивой ростовской рожи улыбку и кидаю ее в вас, улыбайтесь, пожалуйста, будьте просто улыбчивы, подумайте о прекрасном, о смешных обезьянках, подумайте о грустных обезьянках. Просто улыбайтесь. Витаня. Чё нового с там? Отклонил. Чё нового там, пацаны, девчонки? Егор Петров. Еду на тренировку. Третья тренировка в этом сезоне осеннем. Очень тяжело продолжать заниматься, колотить, да? Очень тяжеловато. Хочется уже отстать от себя и перестать, но Извините. Так что скоро неминуемая смерть и расплата меня ждет. Сейчас я доеду до газа. Чуть немножечко добавлю, это жарковато. Доеду до газа, приболел немного, простуда. Но тренировочка нас ждет, и поэтому выложу отчет специально для консультации от всех тренеров, от всех специалистов в Инстаграме. Мне нравится разбирать ваши комментарии касаемо тех систем, которыми я занимаюсь, вот, боксом на лапах там. Либо это с Русиком, либо с Андрюхой Килой проходит. Мне нравится четкость, мне нравится такое ваше зеркальное видение и на профессионализм. Я его восхищаюсь, честно. Каждый комментарий, где говорят, это не твое, брось, не позорься. Я восхищаюсь просто каждым комментарием, насколько тонко и вкрадчиво человек описывает то, что он видит на экране, какую дает он оценку. Как сказал Головкин, Вася, просто бей. Я говорю, ну как, ну прикинь, я ему говорю, мне там пишут, прикинь, что я не так локоток там, что я не так тут, то сё. Он говорит, Вася, просто бей и немного доворачивай жопу. И все. Я говорю, твоим словам, я прислушиваюсь на все 100%. Во-первых, я тебя побаиваюсь, конечно, потому что может заклистануть. А во-вторых, слушай, что делать? Кстати, у Гены скоро бой. Ждем с нетерпением его победы. Его победы исключительно. Потому что даже падая и вставая, человек совершает победу над собой. Что там пишешь? Я просто так аккуратно еду, чтобы не втяпаться никуда. Слабенько почитываю. Вот.
Что там еще? 29-го, слава богу, все эти недоразумения. Ребят, еще раз хочу сказать, что 29-го числа все недоразумения, которые у нас были, вот связанные с концертом в Ростове, насчет того, что клуб Ростов. Оказалось, это все, как всегда, просто вот налепилось одно на другое. Все закончилось. Хочу сказать, что 29 числа мы едем выступать не просто, как мы всегда выступали, а мы едем выступать полным живым составом. То есть это две гитары, бас-гитара, барабан, клавишник, духовая секция, три бэк-вокалистки. То есть, кто был на театральной площади на День города, когда я выступал, мы тоже живым составом приезжали, можно будет это увидеть еще раз уже в таком, в горячем ключе. Билеты все действительны, все билеты действительные с 23-го, несмотря на перенос на 29-е число, все действительно. Билеты есть еще, билеты, вот мне просто пишет Егор Петров, это человек, который в Ростове помогает нашим друзьям и занимается, так сказать, интернет-составляющей организации этого большого события. Стадион вмещает, сейчас продано около 20 с лишним тысяч билетов. Стадион вмещает 30 тысяч билетов. Так что всем хватит места, всем хватит билетов. Поле будет покрыто специально так, как должно быть покрыто по всем ГОСТам, стандартам и тому подобное. Так что мы ждем, мы едем большим составом специально. Хотим снять это, вставить фильм о городе, потому что для меня лично это событие. Да это после рождения детей это главное событие в моей жизни. Да. Потому что 15 лет назад, когда я уезжал из Ростова, и категорически в меня никто не верил, за малым исключением нескольких людей. Да. Сейчас все вот так сложилось, и я благодарен своему городу за ту любовь и за ту веру, которую он все-таки вселял в меня. Потому что в каждом своем треке, даже не говоря про Ростов, что-то о Ростове, о какой-то ситуации, о какой-то жизненной ситуации, о моем районе родном, а вообще о улицах, о том, как жил Ростов и продолжает жить Ростов. Да. Мне многие говорят, короче, я не буду рассказывать, я вам расскажу так, ребят, я написал уже очень много песен, которые готовлю специально к следующему альбому, они, сука, бомбейские просто. Они много злые, но, слушайте, welcome to рабочий городок, welcome to Мечниково. Хочется показать в следующем альбоме, в завершающем альбоме, вообще район, какой он есть, да? Будет жестковато немного, но I'm sorry. Добрых, позитивных песен написал очень много. Нужно исповедоваться о тяжелом. Я вот не знаю, дождусь я запланированной даты релиза, либо солью раньше. Я не могу, у меня просто нетерпение, у меня чешутся ручки просто. Потому что там есть несколько ударных, сука, малышей. Я их называю просто супер боевичков. А так в планах мы едем в Питер. В Питере будет презентация трейлера, вообще презентация фильма на питерском кинорынке нашего фильма «Клуб Баре». А с 11 октября наш замечательный «Клуб Баре» во всех кинотеатрах страны. Так что заходи, посмотри, покритикуй, подразвали это наше сочинение очередное. Посмотри, что можно для себя оттуда вытащить интересного. Мне кажется, сходить стоит, потому что то, что делается своими силами, своими руками, без привлечения каких-то там государственных денег, госфондов, кино и тому подобное, именно на свои деньги, это самое крутое, что может быть. Настоящая самоделкина. Так что мы всех ждем.
Но выпуск «Козлаева» сейчас мы начнем снимать. Сейчас выстраиваем лайнап и возвращаемся. Куда катим, спрашивают? На тренировку. На тренировочку едем. Постучать по блинчикам. Так что. Хорошо, спасибо большое. Дети-герои. Я смотрю на детей, которые посылают там дети-герои. Или дети героев, как их правильно назвать. Сколько у вас уже было детей, елки-палки, перемученных, замученных уже, найденных. Нам остается просто смеяться над вами и поминать вас. Так что вот так. Такие вот дела, ребята. А в остальном все супер, все отлично. Все очень хорошо. Эфир добавляться не буду. Так что вот такие дела. Все, я вас всех крепко обнимаю, дорогие друзья. Еще раз, заряд позитива, добра, силы, мощи. Вот здесь пробки стоят, сейчас поменьше кондёж сделаю, опять заболею. Всем счастья, радости, желаю. Очень крепко обнимаю, да? Чуть-чуть кондёр в состоянии привёл. Вот. Что, ещё есть вопросы какие-нибудь, братва, пока в пробочке стоим? Всем хорошего дня, удачи. Все, обнимаюсь. Пока.